сегодня покурим мини-сигару Quorum Little Q. Значит, сигара производится в Никарагуа из никарагуанской мешки табаков с покровным листом из Эквадора. Сразу скажу, друзья, по внешнему виду сигара не очень опрятно скручена, и покровный лист не очень хорошего качества, недостаточно он равномерно ферментирован, то есть огромное количество зеленых пятен. Вот и смотрите на срезе, тоже не очень тут добротно сигара обрезана. Плотность крутки, в принципе, нормальная для такой маленькой сигарки. Хотя вот шапочка жестче гораздо скручена, но не будем придираться, в принципе, нормально. Так, в незажженном виде. В незажженном виде очень приятная ароматика. Дерево, орех. Есть черный перец, но очень далеко. Попробуем раскурить. Очень приятная тяга. Начало пустоватое, конечно. Орех. Древесный уголь. Ароматы костра. Присутствует легкая такая дымная пустота, то есть понимаешь, что дыма полный рот, а ароматики сигары никакой не дает, то есть такой легкий вяжущий рот нотки и пустота, но тем не менее орех, дерево в дыме присутствует. Посмотрим, покурим. Я думаю, что делить ничего не будем. В конце встретимся, и я свои ощущения мини-сигаре скажу. Смотрите, какой красивый белый пепел. Эквадорский покровный лист сгорает. Такой красивый белый пепел. Шапку дает, интересно. Ну, встретимся в конце сигарилы. Итак, друзья, докуриваем нашу сегодняшнюю сигару. Ну, в принципе, не очень положительное себе впечатление сигара оставила. Ну, так продолжится в ней доминировать вкус дерева, легкий аромат костра, древесного угля, но все портило очень неприятное и очень надоедливая кислинка, которая иногда даже в горечь переходила, то есть сейчас она немного уравновесилась, но в середине сигары был момент, когда эта навязчивая горечь, она немного все портила. Поэтому, ну, не знаю, вряд ли я еще когда-нибудь эти мини-сигары куплю. Бедновато у них ароматика. Вот, а вам спасибо за внимание, спасибо, что выслушали мое мнение до конца. До новых встреч!